перед нашим взором предстает тоже очень такой светлый, хороший пейзаж уходящего бабьего лета. Ну, там впереди за деревьями озерцо, прогуляемся к нему. Ну, такая пробка небольшая. Ветер очень сильный стал, усиливается и колышет осеннюю траву. Хотя в воздухе еще чувствуется запах такой весны, какой был и вчера, и позавчера. Наверное, средиземноморский воздух что-то пригнал такое со Средиземного моря, что имеет запах такой мая даже. Рагоз. Это вот целая прям плантация. Еще его называют тростник. Ну, не тростник, а камыш. Да, его называют еще камыш, но это ошибочно. Это рагоз. 27 сентября и 25 градусов тепла. Практически 26 даже. Невероятно. Это бабье лето выдалось просто невероятным эти последние 3 дня. Пятница, суббота, воскресенье. Пятница 28 градусов. Суббота 27 и воскресенье 26. И сегодня последний день такой, когда очень тепло. Самый пруд. Выглядит тоже очень красиво. К сожалению, даже камера не может передать всю красоту осенней природы. Да, но хотя до сих пор трудно поверить, что это осень. Трудно поверить, что это 27 сентября. Погода прям таки какая-то, как вот в начале июня, в конце мая. Погода вообще прекрасная. Вода в водоемах прогрелась до 20 градусов, так что можно даже купаться. Это 27 сентября на широте 55 градусов северной широты.